Родители Екатерины Ретниковой не имели отношения к искусству. Но благодаря маме-бухгалтеру она впервые оказалась на сцене. Актеры Линкома выступали на заводе, где работала родительница. Когда для игры потребовалась маленькая девочка, выбрали Катю. Это так впечатлило ребенка, что она решила стать актрисой. В фильме «Вор» ей было только 23 года, но Ретникова сумела создать незабываемый образ матери, жены и любящей женщины. По знаку зодиака она бык и телец, отличается редким упорством. Оба мужа Екатерины значительно старше ее по возрасту. Долгое время Ретникова жила в Америке, считая, что работать надо там, где предлагают роли.